Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня Первый канал сообщил печальную новость. Известный композитор Александра Пахмутова экстренно доставлена в одну из московских больниц. Как стало известно, сегодня умер известный исполнитель и по совместительству один из наставников шоу «Голос» Александр Градский. Скоропостижная смерть музыканта стала шоком для Александры Пахмутовой и ее мужа. Как известно, звездная пара находится в тяжелом состоянии после перенесенного заболевания. Вирус нанес сильный урон здоровью. За ними сейчас присматривает домработница. Регулярно приходит медсестра и ставит капельницы. Александра Пахмутова изредка выходит на улицу в сопровождении домработницы, а ее муж чувствует себя гораздо хуже и практически все время лежит в кровати. После известия о смерти Градского, который был близким другом и коллегой, у Александры Пахмутовой начало сильно болеть сердце. Домработница вызвала бригаду скорой помощи, которая по приезду приняла решение о срочной госпитализации. Она была доставлена в одну из московских больниц, где ей в срочном порядке оказали помощь. Сейчас, по утверждениям врачей, здоровью легендарного композитора ничего не угрожает. Она пробудет под наблюдением врачей еще 2 дня. Врачи заверяют, что это больше перестраховка в связи с возрастом. Напомним, Александре Пахмутовой 92 года.